Добрый день. На канале «Томаты больше, чем любовь» Светлана Чернова и Егор Чернов. Мы сегодня снимаем томаты из того, что осталось, как говорится. И место, что осталось, и рассада, что осталось. Но то, что уже росло, развивалось, выбрасывать было жалко. Ну, спасайся, кто как может. И вот здесь уголочек. Тут была у нас компостная куча. Там как бы питательная среда есть. Они маленькие, я их высадила. А сейчас уже они подросли. После таких ливней они чуть ли не упали. Вот уже и цветут они уже помаленьку. Вот это сорт демидов. Потом сама томатус. Ну, все такие не очень высокие. Единственное, там вот малиновый гигант. Там вот это большой томат. Ну вот они уже растут, загущены, посажены. Утром тут солнышко было, тут строение кругом. Ужала лошадь! Не знаю что. И вот они тут как-то выживать стараются. Ну тут еще посажены у меня вот кабачки. Там уже есть кабачки. Там кабачки. В темноте уж насколько они вырастут. Проросли кабачки, я их, конечно, пересажу на солнечное место. Там у меня местечко есть, где-то найдем. Ну и вторая плантация тоже с помидорами, с кабачками. Там они еще совсем маленькие, тоже на другое, знаете, компостное, на месте компостной кучи. Ну тоже кабачки цветут, помидоры тоже растут потихонечку, понемножку. Ну мы с Егором здесь хорошие томаты вырастим. Будем мы с томатами. Результат покажем в августе. Ну, может быть, и пораньше. Но на этом все. Пока.